Добрый день! Меня зовут Хигай Алина. Я являюсь кандидатом в студенческий совет университета Нархоз. Итак, почему же именно я достойна стать членом этой важной организации? Начну с того, что в своей школе я занималась научно-исследовательской деятельностью, неоднократно занимала места в республиканских и международных конкурсах научных проектов по русскому языку, литературе и английскому. Многократно участвовала в олимпиадах по истории и биологии, занимала призовые места. Что касается моей деятельности в гражданской сфере, я состояла в организации «ЖАЗ УЛАН» и участвовала на многих слетах и встречах. Сотрудничала с Ассамблеей народа Казахстана, участвовала в их мероприятиях. У меня всегда была активная жизненная позиция, так как я знала, что необходимо сделать для блага моей школы и как этого добиться. Так меня избрали президентом школы на 3 года. Я успевала и учиться, и заниматься активной деятельностью. Поступив в Нархоз на грант, я не остановилась на достигнутом и вступила в несколько организаций. Сейчас я и ребята с моего факультета занимаемся организацией собственного экологического движения. У нас уже существует несколько проектов, и мы занимаемся их разработкой. Я знаю, что я могу, и не останавливаюсь на достигнутом. Я уверена, что смогу стать истинным голосом наших студентов.